Ко вторнику мы будем иметь информацию, сразу мы районный совет уведомим о корректировке бюджетных средств. Сейчас опять назревает, что какую-то организацию на месяц отдадим. Которая опять не будет платить за свет, потому что не заключит договор. В связи с тем, что договор этот не ничтожный, который не заключает администрация. Собираемость хорошая, мука потихоньку может быть вылезет. А сейчас отдать кому-то, я вот тут уже кому, как бы опять какая-нибудь там фирма Разумчугова. Гайка, фута. Пожалуйста, Петр Николаевич. Вы вообще под одну гребенку равняете, я не пойму. В том году об этом говорили, Сергей Александрович. Вот я об этом говорю, Владимир Николаевич. Три года отдают территории одной и той же фирмы, которая меняет вывеску. Ну хорошо, вы здесь испытаете, вы мою подпись покажите там. Да вы-то здесь при чем? К вам никаких претензий. Вы же ко мне к нему предъявляете. Решал Разумчугов, вот к нему претензии. Ну, предъявляйте к нему претензии. Но вы сегодня ответственны. Я вам говорю, не бросим бы территории. 15 раз повторяю. Владимир Николаевич, мы и не пытаемся... Суды решают, отнимают имущество. Суды решают, отнимают. И все равно все по одной и той же схеме, по одной и той же схеме. Правильно он сказал, воруют просто деньги и все. Обращаются-то люди, говорят, в пятницу, если уголь привезли, субботу, воскресенье уже фактически топить нечем. Вы нам это самое здесь... рассказываете, ну, в буквальном смысле сказки, мы вас не обвиняем, что да ситуация сказки, такая случилась. Вы нам четко скажите, будет по той территории так-то, по этой так-то, и все вопросы отпадут.